514 объектов пойдет под снос. Все они признаны судом незаконными. Служба судебных приставов намерена демонтировать здание до ноября. Активная фаза по сносу самоволок начнется через 1,5–2 месяца. В ходе конкурса будет определена подрядная организация, которая возьмет на себя работы по сносу. Строительная безопасность курорта обсуждалась на совещании у главы города. Многоуровневый контроль административных служб за строящимися объектами и ужесточение наказания к самовольным застройщикам должны оздоровить ситуацию на строительном рынке Сочи. Мы продолжим эту работу, потому что она наиболее эффективна. Вот. Более того, все социально значимые вопросы, они должны быть совершенно прозрачными. Сейчас в судах находится еще 55 дел по незаконному строительству на территории курорта. Мониторинг этих объектов показал, что на 9 из них продолжались работы, несмотря на предписание о запрете. Администрация Сочи планирует подключить полицию. Правоохранители на законных основаниях будут задерживать самовольных застройщиков, а также рабочих, которые продолжают трудиться на таких объектах. Сотрудники полиции должны выдавать требования в отношении всех лиц в случае выявления самовольного строительства, в отношении всех лиц, которые находятся на данном самовольном объекте, а при повторном установлении фактов нахождения на данном объекте привлекать как раз к статье 19.3, которая предусматривает в том числе административный арест до 15 суток. Подобные меры, уверены в сочинском муниципалитете, отобьют у нарушителей охоту возводить дома без разрешений.